Добренько. Сиром. Добренько. Вот это ёп. Да, нормально. Ты здесь не ковыряешься, как черт в грязи, блядь, в мазуте весь грязный, как ёб твою мать, нахуй, лазишь там по этим шкафам доисторическим со вставками, которые там пассатижами выдеряешь, блядь, под напряжением, блядь, чуть что так уебет током, как меня тогда пиздануло, когда я залез, блядь, на какую-то конструкцию нахрен. Сижу там, ковыряюсь движком, напарник говорит, я вставки вытащил, отключил. Я давай отключать этот двигатель, на высоте сижу. Бля, как уебало, блядь, межфазная, блядь, 380. Я нахуй на 15 минут ослеп к чертовой матери, ни хера не вижу. Стою на двух балках, между которых высота, а там пропасть, блин, метров 10. Падай не хочу. Я там сижу и не вижу ни хрена, потому что ожог роговицы, блин, вспышкой от замыкания. Вот уж весело. А как кран встанет, мостовой кран встал посредь цеха, и ты по рельсам, блин, херачишь, блин, на крыше цеха по рельсам, вдоль рельса, блин, сбивая тонны пыли под собой, и смотришь, чтоб не наебнуться с высоты. Или как я через забор перелазил, чтоб опять кран отремонтировать, там метра два высоты, я как на жопу пизданулся охуенно. Благо там ничего не валялось. А это я не говорю, что ты постоянно дышишь этой пылью, грязью, там легкие забиваются, как хрен знает что. Дышать невозможно, вся работа в грязи, постоянно эти движки горели, там чуть ли не каждый день, блин, новый двигатель сгорал, который ты через весь цех там на протяжке прешь вдвоем с напарником, блядь, пердишь, кряхтишь, блядь, еле тащишь этот движок, меняешь. Или как я шкивт с двигателя сбивал нахрен вот таким молотом, кувалдой. Как уебал по шкиву, там от него кусок вот такой маленький отлетел, и мне в ногу впился, въебался. Я только через неделю понял, а почему это у меня нога чернеет, гниет, блядь. Оказывается, там кусочек металла застрял нахрен. Я в травмпункт не пошел, я перемотал, блядь, ногу этим изолентой, блин, и этим респиратором, блин, респиратор и изолентой захуярил ногу и пошел домой, блядь. У меня аж в ботинок кровь натекла. Вот работенка была хорошая. Нахрен мне это надо? И за это мне платили 23 тысячи. Здесь я работаю в чистых условиях со современной электрикой. Вон там, кто не смотрел, можете посмотреть там по ссылке в описании все эти ролики, что я снимал, они есть в доступе. Там и ГРЩа современный, и электрика современная. И ни в грязи, ни в какой не работаешь. Обслуживаешь современное электричество. Никакие вставки там под напряжением не выдираешь пассатижами, блядь, что тебя может уебать так током, что там останешься вместе с этой вставкой на всю жизнь. И комфорт, и при этом за это платят 35, а не 23. То я считаю, что это нормально в данном случае. Итак, в сети появились спецификации флагманской видеокарты Intel Arc. Что-то там Alchemist какой-то. Если я правильно, конечно, прочитал, наверное, неправильно. Производительность на уровне 3070 Ti. 512 исполнительных блоков и 16 гигабайт GDDR6 памяти. Не, ну слушай, серьезная карта. 16 гигов памяти, даже в моей 1070 8 всего. Хотя когда-то 8 гигабайт видеокарте считалось охуенно. И не забывайте подписаться на канал, нажать колокольчик. Ну и собственно... Люди добрые, помогите! Эй, снигом, эй, бог, не дуй!